Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Nord 4, и сейчас я покажу вам, как очистить корзину. Открываем приложение «Мои файлы». Здесь мы проходим вниз, и у нас тут есть недавно удаленные. Переходим сюда, и здесь мы можем потом удалить все, что здесь будет. То же самое мы можем сделать в приложении «Files» от Google, если оно здесь есть. Да. Переходим, открываем, нажимаем «Продолжить», «Разрешить», и нажимаем на три полосочки в левом верхнем углу, выбираем «Корзина», и здесь тоже очищаем все, что здесь находится. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.